Не могло пройти незамеченным. Естественно, что через некоторое время на свет стали появляться различные клоны. Клоны были удачные и альтернативные. Именно к таким клонам относится игра «Или умри, сражаясь». В начале игры вы становитесь свидетелем крушения какого-то дирижабля, несущего на своем борту зеленое и очень яркое непонятно что. Это непонятно что разбилось, и теперь с ним нужно что-то делать. Видимо, защищать. Тем более, что упасть кораблю посчастливилось где-то в очень опасном месте. Вам на выбор предлагаются 4 героя, среди которых есть рыжеволосая девица, видимо, специально для фанатов Лары Крофт. Судя по всему, все действующие лица этой истории являются пассажирами этого несчастного воздушного корабля. Не позавидуешь тому террористу, который решился бы захватить такой самолет. Ваш герой изначально наделен различными качествами, которые, видимо, улучшаются по мере развития игры. Кстати, среди качеств есть и магическая сила. Кроме характеристик, вы сможете узнать возраст, профессию и жизненное кредо героя. Поздравляю вас, если вы найдете применение этой информации. Несмотря на внешнюю угловатость, все персонажи, ребята довольно бойкие, и даже не имея ни единого патрона, могут постоять за себя и делают это весьма резво, так что враги будут разлетаться направо и налево. Но! Что касается врагов. Тут лично я был в легком замешательстве. Согласно начальной заставке, игра должна процентов на 90 состоять из непрерывной стрельбы и драк. Название же «Умри, сражаясь» просто вселяет невероятную надежду на отличное побоище, тем не менее умереть именно сражаясь вам вряд ли удастся. Во-первых, с самого начала ваше путешествие изобилует различными пропастями, и, судя по всему, вы вообще нарвались на какие-то парящие скалы. Даже переходя с уровня на уровень, можно запросто угробить себя, сделав один неосторожный шаг в неизвестность. Я уже не говорю о том, что увидеть провал между висящими над пропастью площадками практически невозможно. Больше всего меня удивило отсутствие возможности с промежуточного сохранения в игре. Не понял. Назвать игру простой, ну никак нельзя. К тому же герой иногда ведет себя как настоящий камикадзе. Поэтому, если вы хотите куда-нибудь уйти, вам потребуются железные нервы. Игра явно рассчитана на наличие какого-нибудь ускорителя, что незамедлительно сказалось на графике. То есть без ускорителей игра, конечно, работает. Но выглядит так, что невольно хочется выбросить последние деньги на какой-нибудь 3D-акселератор. Простите меня, дорогие геймеры, за столь резкую оценку. Возможно, дальше игра и станет интереснее. Но ведь дальше нужно еще и пройти. А вот именно это сделать очень трудно.